Сегодня у этих ребят нет привычных школьных уроков. Вместо биологии, литературы и прочих предметов они изучают кондитерское дело, туризм, администрирование отеля и много чего еще. Для Кристины Рыбалкиной это первый подобный опыт. Девочка с ранних лет очень любит готовить. А с прохождением профориентационных занятий в рамках проекта «Билет в будущее» она сможет не только закрепить уже имеющиеся знания, но и получить багаж новых. Сегодня мы оформляем капкейки. И да, мне очень нравится. Расскажи, пожалуйста, почему ты выбрала именно это направление, кондитерское дело, чем тебя оно привлекает? Ну, я, в принципе, очень творческий человек, и я люблю покушать. Так что, как бы, оформить, приготовить, и потом также это с удовольствием съесть, как бы, я такое люблю, поэтому меня это тянет. В ходе мастер-класса от педагогов колледжа ребята научились базовым вещам, таким как оформление кондитерских изделий. На первый взгляд может показаться, что ничего сложного в этом нет. На самом же деле это целая наука. Вот то, что вы оформили, скажите, вы бы хотели это купить? Да, скажите. А почему? Ну, выглядит красиво. Угу. Ярко, да? Если мы поставим в общий ряд, там, где много торговых точек, и потребитель, когда идет и смотрит, если это не привлекательно, если это тускло, если вот наш глаз не может как бы воспринимать это изделие, мы будем это покупать? Нет. А в соседнем кабинете одноклассники юных кондитеров пробуют себя в другой специальности – администрирование отеля. Это перспективное направление также очень заинтересовало школьников. Как правильно общаться с клиентами, забронировать номер – всему этому ребята учились здесь. Для этого в колледже существуют все условия – от компьютеров с необходимой базой данных до импровизированного ресепшена. Со стороны детей, то есть эта программа дает детям возможность для тех детей, которые еще не определились в будущем, какое направление, какую профессию они выберут. После участия в данных конкурсах, в данной программе, они могут определиться и уже в дальнейшем выбрать данное направление и, естественно, развиваться в этом. Со стороны колледжа, со стороны данного преподавателя, большой плюс в том, что мы проводим профориентационную работу. Проект по профориентированию школьников «Билет в будущее» работает в колледже индустрии питания, туризма и сервиса уже третий год. И за это время в занятиях поучаствовало несколько сотен ребят. Колледж предлагает школьникам 6 специальностей, а после 9 класса, по желанию, ребята могут продолжить обучение по этим направлениям здесь же. Школьникам это очень нравится. И этот проект является, на мой взгляд, очень важным и даже, я бы сказал, уникальным инструментом для профессиональной ориентации школьников. Естественно, это имеет огромное значение. Почему? Потому что это будет ускорять подготовку кадров и специалистов, остро востребованных экономикой нашей республики. Словом, благодаря проекту школьники могут не просто выбрать для себя профессию, но и попробовать свои возможности на практике. А учитывая то, что это далеко не последний подобный проект, с каждым годом он будет охватывать все больше ребят. Алина Гидиева, Айвар Барануков, Архыз, 24.